вы точно знаете этот автомобиль. Toyota FJ Cruiser на колесных редукторах от нашей компании Werewolf. Сегодня мы расскажем вам немного истории о создании этого автомобиля. Посмотрим, в каком состоянии находятся порталы после 2 лет жесткой эксплуатации, а также вы побываете на нашем производстве. Поехали! Однажды к нам обратился клиент с вопросом, можем ли мы изготовить колесные редукторы для Toyota FJ Cruiser. Мы, конечно же, согласились, потому что аналогов в мире никто не делает, и нам всегда интересно быть первооткрывателями. Первый момент, с которым мы столкнулись, это передняя независимая подвеска. Самым слабым местом является поворотный кулак. На разборке, если вам нужно найти поворотный кулак, то найти его негнутый очень сложно. Поэтому поворотный кулак мы основательно усилили. А вот верхние и нижние рычаги мы оставили стандартные. Нам интересно было посмотреть в процессе эксплуатации, что первым делом выйдет из строя. Но за 2 года жесткого бездорожья ничего с ними не произошло. На этой Toyota стоят редукторы первого образца. Это узкие шестерни на 1 сантиметр уже, чем мы применяем сейчас. И паразитные шестерни посажены на игольчатых подшипниках. И в случае износа того или другого приходится менять узел целиком. А поскольку шестерня она притерта с остальными шестернями, то желательно поменять все шестерни вместе. Поэтому впоследствии мы перешли на более простую конструкцию, мы установили подшипники в корпусе редуктора, увеличили размер шестерни на 1 сантиметр, и тем самым мы увеличили срок службы и удобство обслуживания наших редукторов. Ну, что и требовалось доказать, износа на шестернях нет, они наоборот притерлись, стали как полированные, приятно на них смотреть. Я хочу сказать, для чего мы разобрали колесные редукторы. В первую очередь мы это сделали для того, чтобы установить централизованную систему подкачки. У нас подшипники стоят в корпусе, и их можно заменить в случае необходимости, и шестерни практически вечные, они не изнашиваются. Наша компания занимается серийным производством колесных редукторов, но также мы готовы выполнить любой индивидуальный заказ. Наши конструкторы разработают комплект редукторов для вашего любимого автомобиля. Так что заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал, следите за нами в социальных сетях. До встречи!